Всем привет! Итак, самое неприятное, возможно, для нас, женщин, как и для мужчин, это отеки. Что сделать для того, чтобы избежать отеки и вообще с каждым днем становиться здоровее, если мы не можем бегать на улице? Итак, каждое утро на голодный желудок строго. Ваши пятки параллельно полу. Женщины держат грудь, мужчины руки в намасте. Как угодно, как удобно. Но лучше намасте. Женщины взяли грудь в руки. Живот твердый, позвоночник прямой и расслабленный. Итак, погнали делать 110 прыжков. Пятки параллельно полу. Если вы устали и чувствуете ногам тяжело, можете остановиться и продолжать через паузу. Это лучшее, что вы можете делать в домашних условиях, когда на улицу, например, не выйти и пробежку сделать нельзя. И вообще, если каждое утро начинать день именно с этого упражнения, поверьте, в туалет вы будете бегать часто, и вода будет выходить также из вас очень быстро. И не забывайте пить достаточно воды в день.